Добрый день, коллеги. Сегодня я хочу показать вам начало сбора моего киви. Для этого мне понадобятся ножницы, перчатки, потому что объем работы очень большой. И ведро. Сейчас посмотрим, как я его соберу. Первое ведро. Одновременно со сбором плодов я убираю лишние побеги. Рекомендуют убирать побеги, вот которые, на которых уже произошло плодоношение. В принципе, это правильно, но одновременно я убираю те побеги, которые у меня уже фактически становятся лишними. И раз они у меня лишние, вот возникает вопрос, зачем они мне нужны. И вот таким образом я делаю. Потом эти ветки специально отнесу на компостную кучу. Первый киви у меня уже, коробочка уехала в Москву, и вы, наверное, видели, у меня дегустацию земляки проводили. Сейчас я собираю киви, повезу выходные родственникам. Ну, плюс еще заказик был на пару ведер от хорошего человека, от местного жителя. Вот таким образом я и сейчас хочу вам показать. Камеру установил на стационарную треногу. И вот можете видеть, сколько времени займет уборка одного ведерка, в котором, ну, килограмм, наверное, 6 будет. Взвешиваю его потом, чтобы мне можно было в конце подвести итог, потому что начал плодоносить второй куст бруна. И вот в этом году дал все-таки неплохой урожай уже. Он еще молодой у меня, 2 года плодоносит всего. И хочется вместе с бруна сплюсовать этот урожай, вернее, с Хейвардом, бруна и Хейвард вместе, и подвести общий итог. Мне тут на форумах пытаются доказывать и рассказывать, что и провод мешает мне микрофонный, пытаются рассказывать и доказывать, что и деревья у меня сформированы не так. И киви, лианы растут как попало. И сколько бы я ни отвечал этим товарищам, что сад у меня любительский, сам я любитель, у меня нет образования, ни агрономического, никакого. Это для них не аргумент. То есть кроме себя, слышите, они никого и ничего не хотят. А на законный вопрос показать свои урожаи, ну, отвечают, как они. Подхамят в очередной раз, похихикают, потому что никаких урожаев там нет, никогда не было. То есть вот эта публика до такой степени деструктивна. Вот видите, мне эта лиана здесь, вот, ну ни к чему. Я ее, естественно, убираю. Есть смысл такие толстые черенки прикопать. Я их отдельно сейчас складывать буду, потому что, возможно, что-то укоренится. Иногда спрашивают саженцы киви, но я специально саженцы киви не делаю, потому что нужно специально создавать условия для этого. Именно для размножения киви. Некоторые сорта хуже
размножаются, некоторые лучше, но вот хейверт, например, плохо очень укореняется. Я, как говорится, не занимаюсь размножением киви. Черенков, да, могу нарезать сколько угодно. У кого-то есть желание поэкспериментировать, зимний, весенний период. Если кому-то интересно будут на весну черенки, то я вам скажу, последние формировочные обрезки я буду делать в конце января. Потому что киви это такое растение интересное, что у него очень рано начинается сокодвижение. Когда сокодвижение начинается, уже не рекомендуют проводить какие-либо обрезки, потому что лиана, ну, она течет и практически ничем остановить невозможно. Никакие замазки, ни клея не действуют, никакие обвязки. Если уж потек киви, то он будет до самого лета сочиться. Это негативно сказывается на жизнедеятельности его растения. Потому что перед цветением растение должно быть сильным, получить достаточно питательных веществ от удобрений. Удобряю киви только органикой, больше ничего не сыплю. Но сразу могу сказать, что у меня киви, тут еще у меня груша попадает, и вот часть киви получается расположена на груше. То есть нет никакой шпалеры, а просто оббивает ветки грушек. Груши в этом году было много. Собрали еще, она у нас летняя. Собрали еще в августе. В этом году рано было плодоношение. Вот еще хочу показать вам. Здесь хочу показать. Как я считаю, это все-таки у меня мужские плоды, вот эти мелкие. Почему? Потому что я так говорю. Потому что я наблюдаю вот так, наверное, видно будет хорошо. Наблюдаю цветение по весне мужских и женских цветков. Из женских цветков получается они одиночные, белого цвета, и вот такие крупные плоды. А с мелких мужских цветков они как бы в кучке, в кисти растут. Вот такая мелочь. Вот это слишком уже мелкие, есть покрупнее, но обычно где-то грамм 50. Ну, вот теперь вы знаете и представляете, что такое мужское, женское киви. Во всех рекомендациях, на всех сайтах правильно пишут, что киви нужен мужичок. У меня же на этом киви мужичок. Вернее, в саду мужичка нет, а вот на этом киви образуются мужские цветки. Это началось с первого года. Я выставлял специально цветки мужские и женские на обозрение, на опознание на форуме комнатного цитрусоводства. Владимир Бушнев из Подмосковья, который уже давно киви выращивает, подтвердил, что да, цветки имеют разный цвет, разную форму и отличаются. Часть цветков принадлежит к мужской группе, к мужским киви, а часть к женским. То есть у меня происходит опыление внутри одной лианы, и как такового мужичка-то мне и не нужно. Я садил мужичка, но у меня как-то все с ним не получается, два раза садил. Сохнут, гибнут, то ли уже покупаю саженцы на стопсы, продавались уже с подсушенной корневой, не знаю. Прививал вроде бы мужичка, тут уже где-то писал на форумах, казалось, что привил не мужичка, а бруна дополнительный. То есть у меня уже был кустик лиана взрослый, а тут просто привил. Но опять же, думал, что прививаю хейварда,
как мне его отдавали, а получилось, привил очередной раз Бруно. Ну вот я уже полведерка нарезал, и вот мне тут уже необходимо, как говорится, необходим переезд, то есть мне надо уже сейчас работать с стремянкой. Когда нужно собирать киви, ну вот я собираю, вот видите, какие красивые получаются. Это зависит от опыления, вот такие красивые плоды. Как бы двойные. Ну, может, в магазинах, конечно, встречали такие. Это, как говорится, сначала тоже вызывало интерес на форумах, как-то обсуждали с болгарским товарищем одним по имени Баян. Ну вот насобирал я неполная ведерко. И сейчас я уже, наверное, запись остановлю. Буду продолжать сбор дальше. Я еще вернусь пару раз к сбору своего киви. И, естественно, покажу вам конечный результат. А на сегодня спасибо. До свидания.